Я еще раз обращаю ваше внимание, что на канале Фонда Рабочей Академии, Фонд Рабочей Академии YouTube, вывешено интервью с президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров, председателем Федерации профсоюзов России и генеральным секретарем Конфедерации труда России Ковалевым Сергеем Анатольевичем, который рассказывает о том, как они действует и какой у них коллективный договор. Ну и в отличие от докеров, которые в последнее время понизили свои уровни, там они только повышают их. Причем повышают они, ссылаясь на то, что мы договорились с работодателем. А почему они договорились? Потому что у них такие были схватки, что работодатели не хотят новых таких приключений, после которых генерального они уволили. И в свое время мы помогали и газете «Народная правда». И там карикатура была, как вот за кресло берут и выкидывают этого генерала и героя России. Так что там желающих с ними, так сказать, воевать нету. Я думаю, что вы знаете, что в Европе требования добиваются забастовочные. Либо забастовкой, либо угрозой забастовки. Но если вы будете угрожать забастовкой, ни одной забастовки не провели, никто на эти требования ваши реагировать не будет. И никто эти угрозы всерьез принимать не будет. А вот требования авиадиспетчеров всерьез принимают, потому что что знают, что если их не выполнишь, то будет приключения большие очень. Для всех. Включая и такие приключения, которые связаны с потерей работы командного состава этой самой госкорпорации по организации воздушного движения. Вот, так что это вот полезный такой материал, можно его посмотреть. И он еще раз подтверждает, что то, о чем вот мы подробно говорим, это не такая бумага, которая вот как бы хорошо бы. Вот хорошо бы, если бы там был так бы, если бы кто-нибудь добился бы этого. Это документ, который реализовывает кто? Ну, те, кто борется должным образом, те и реализовывают. Тот, кто не борется, те и не реализовывают. Как говорится, если у вас такого нет, ну, боритесь, берите пример. Вот. И не надо доказывать, что ничего у нас, ничего не добиться, ничего не получается и так далее. Но чтобы получилось, надо добиваться и действовать организованно и грамотно. Очень важно грамотно действовать. В частности, вот это у них проблема с молодыми специалистами. Как решили? Они решили очень просто. Значит, как омолодить состав авиадиспетчеров? Надо, чтобы некоторые товарищи в возрасте за 50, а 50 они могут уже, в принципе, пенсию получать. Но не уходят. Пенсия идет, и идет зарплата 200 тысяч в месяц. Ну, а чего ему покидать? Ну, это они договорились с администрацией, что вот будут им выплачивать сразу, скажем, 6 окладов. Если они пожелает выйти на пенсию. Выйти на пенсию, укрепить свое здоровье. Вот, значит, все санаторные блага за ними сохраняются пожизненно, какие есть. Значит, они могут летать на самолетах. Раз в году каждый работник может прилететь в любую точку земного шара бесплатно, а вернуться тоже из любой точки земного шара бесплатно. Причем не раньше было из той же точки, куда прилетел, а сейчас из любой. То есть, если вот он, допустим, прилетел в Грецию, а потом они там на байдарках приплыли в Великобританию, или на чем хотите, как говорится, на поезде под Ла-Маншем, то вы можете вылететь уже из Великобритании, и вам этот билет оплатят. То есть авиадиспетчеры, они могут, как говорится, путешествовать по всему земному шару с гарантией. И 50% одному члену семьи. Ну, там понятно, 50% может быть много, конечно. Ну, а что касается вот этих работников, которым за 50, значит, они договорились, что 6 окладов будут выплачивать. Если они решили уйти на пенсию, 6 окладов – это 1 200 000. Вот хотите 1 200 000, сегодня выдаю. Вот товарищ, так сказать, как-то склоняется к этому. А вам не надо 1 200 000? Вам не надо. Ждете миллиарда не будет. Идите сейчас.
а потом, может, нас не будет, опять будет проблема. Одним словом, эта проблема решается. И я думаю, я лучше не расскажу, чем рассказал председатель профсоюзного комитета, потому что нам, у нас, конечно, курс, с одной стороны, теоретический, с другой стороны, во многом практический. Потому что если это вот только общая теория, и таких никто вещей не делал, то это не так ценно, чем вот то, что подтверждается практикой. Вот все, о чем мы до сих пор говорили, все подтверждается практикой, ну, таких самых передовых профсоюзов, как профсоюз докеров. Но вы уже показали, что он начинает терять свои позиции. И вот профсоюз авиадиспетчеров, который не только не теряет, но и усиливает свои позиции. И вот, кстати, профсоюз авиадиспетчеров взаимодействует с фондом Рабочей академии постоянно в организации Российского комитета рабочих, семинара по рабочему движению, Федерации профсоюзов России и фонда Рабочей академии. Это я сегодня позвонил товарищу Ковалеву, поздравил ее с интервью, оказывается, он не видел, что она уже вышла. Я думаю, он теперь уже посмотрел. Так. Вот мы остановились уже на таких пунктах, которые относятся к сокращению рабочего времени. Вот, немножко возвращаясь назад, повышение оплаты сверхурочных работ, работы в выходные и праздничные дни в ночное и вечернее время. В чем смысл этого требования? В том, чтобы больше платили? Или в том, чтобы не было сверхурочных работ? Чтобы не было работы в выходные и праздничные дни? Чтобы не было работы в ночное и вечернее время? Сейчас что происходит у нас вообще? Что происходит в нашей экономике? В нашей экономике всякое улучшение техническое применяется для того, чтобы сократить количество рабочих. Вместо того, чтобы сократить то время, которое эти рабочие работают. И без действий самих работников это не пойдет. Поэтому, скажем, ну вот надо бы не двойную оплату закладывать в коллективный договор, а тройную или четверную за сверхурочную работу. Вам очень надо? Пожалуйста, 4 тарифа, и мы 4 зарплаты платите обычной, и будем работать сверхурочно. И вы, я думаю, не будете сильно злоупотреблять этим делом, правильно? Ну, а выходной – это 5. Выходной – это я должен уйти от семьи, от детей, от книг, от культуры, от спорта, от всего. Должен уйти для того, чтобы вам обеспечить по той норме, которая сейчас установлена, что я работаю 8 часов, а 1 час идет мне. А остальные часы идут вам. Но если двойная работа, здесь получается в воскресенье не так. Здесь получается 2 часа мне, а 6 часов вам. Ну, тоже очень жирно получается для тех, кто пригласил меня на сверхурочную работу. Поэтому вот требования здесь могут быть запретительного характера, чтобы не говорили, ну что вы требуете там 8 окладов. Да хоть 10. Но если вам надо, то, пожалуйста, за 10 окладов я могу, если вам очень надо. Но если вам очень не надо, то лучше я буду отдыхать в выходные дни. Как вы считаете, это нормально? Они же выходные. Я вышел уже, вышел. А вы меня задержали где-то вот, когда я выходил, и заставили еще работать. Ну, чем вы меня хотите заставить? Вот 8 окладами, может быть, я этого заставите. Ну, 10, а с 2 нет. А у нас люди идут, и что это во что превращается? Это превращается в то, что у нас количество рабочих сокращается, следовательно, количество людей, за которые платят государству работодатель, сокращается, то есть решается его такая проблема. А если бы, скажем, не было вот этой сверхурочной работы, и работы в выходные дни, то это бы означало, что было бы больше людей, и, соответственно, платить пришлось бы за большее количество работников, персонала. Даже я не говорю о продолжительности рабочей смены. А уж если говорить о продолжительности рабочей смены, вот у вас говорят, вот у нас научно-технический прогресс, а роботы. Ну, если у вас есть роботы, ну, давайте теперь будем работать не 8 часов, а 6. Уж роботы у вас есть, пусть роботы 2 часа работают.
Пусть 2 часа роботы, а уж остальное мы. Нет, у вас есть роботы, а мы почему-то работаем и 8, и сверхурочно, и выходные, и в праздничные дни. Ну как это не вяжется одно с другим? Или роботы – это вот сейчас весь город роботов, выставка всякой, картинки и прочее. Что такое робот? Скажите, пожалуйста. Что такое робот? Скажите, вот вы, успешно занимающийся студент. Машина. Машина. А машина что такое? Средство производства. Это средство производства. Ничего тут нового нет. Это средство производства. Робот – это очень производительное средство производства. Может быть, более производительное, чем другие. Ну, так раз, если средство производства помогает повышать производительность труда, некоторые говорят, а что будет, когда рабочих будет ноль? Мне прям такие письма присылают, я даже со злостью отвечаю. Никогда такого не будет. Потому что никогда средство производства работать целиком не будет. Всегда будут работники, которые обслуживают эти. Как хотите, называйте их роботами, а хотите, называйте так, как и надо называть – средство производства. Ну вот если я сижу на земле и управляю работой марсохода, я рабочий или нет? Да. А? Ну, тогда уж вы же не управляете. Я управляю. Между мной и марсоходом никого нету. Я им управляю. А какая разница, я на метр от станка, на 2 метра или на 2 миллиона километров? Какая разница с точки зрения экономики? Да никакой. Вот если я, вот вы управляете этим марсоходом, а я говорю, так, ну-ка давай поверни вправо. Тогда у нас кто есть кто? Я уже умственный работник. Я вам так, а вы вот так, раз рычажок, и марсоход, и все показывают. И вас вообще можно тогда не показывать, правда? Зачем вас показывать? Вот смотрите, я скажу, ай, влево давай. И он раз, и влево марсоход. А вы вот промежуточное звено это, вот, он только вот портит всю картину. Поэтому можно вас заслонить, а меня оставить. Как иногда бывает, знаете, символически открывает пуск там нефти. Уже давно эта нефть идет по этому нефтепроводу, а вот придет и кто-нибудь из руководителей государства откроет это дело. А что бы так бы не открыли? Ну, это другое торжественное открытие, мы не против торжества. Вот. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что это все речь идет о средствах производства. Поэтому как сделать так, чтобы с ростом производительности труда сокращалось количество рабочих часов у каждого работника, а не сокращалось количество рабочих. Надо очень просто это сокращать, соответственно, рабочее время. Вот переход к 6-часовому рабочему дню. Вот он насущный, но он поставлен вопрос, он стоит, но не переходит же. Почему? Ну как почему? Представьте себе, я работодатель, и у меня работники. Они так работают 8 часов, а если они работают 3 смены. Так, а так они будут работать по 4 смены по 6 часов. Верно? Если переход к 6-часовому. Значит, сколько я должен прибавить рабочих? Вот там 4 части, а здесь всего 3 части. То есть я должен этих вот те работники, которые были, еще третью часть такую, еще одну добавить, третью часть, чтобы получилось 4 этих. Эти вот работники, которых сейчас по 8 часов, они будут по 6 часов, и только 3 смены будет. Одна дырка образовалась. Значит, надо еще такую смену. Значит, столько же работников. А третью часть от персонала. Третью часть. И с этой третьей части я буду платить отчисления все, пенсионный фонд, фонд социального страхования и так далее. Эти отчисления по отношению к фонду зарплату составляют свыше 30%. Их просто экономят. Хозяева очень просто. А на чем они экономят? На вашем жизни и здоровье. На чем они еще экономят? Потому что в чем проблема? Вы же сами говорите, у нас технический прогресс. Или, как некоторые говорят, гигантский разворот. Некоторые говорят, научно-техническая революция. Сколько я вот не выяснял, товарищи, вот знают, что такое научно-техническая революция. И я всегда обнаруживаю, что они себе не представляют, что такое научно-техническая революция. Вот, что такое научно-техническая революция? Вот вы представляете, вы у нас в лучших ходите. Когда все, я почему вас спрашиваю, потому что остальные хуже будут.
Так у нас переход к новым средствам производства все время. Это же сплошная, это перманентная революция, как у Троцкого. Чего вы говорите? Перманентная революция? Переход к средствам производства. То есть у меня была лопата, и я взял титановую лопату. Это переход к новым средствам производства. Чего? Ну, новая лопата. Прямо говорю, новую лопату взял, а вы еще задерживаетесь. Паровая машина, если бы она была, то это... Почему это паровая? Ну, новая лопата, значит, новое средство производства. Она будет усовершенствованным средством производства. А почему вы думаете, что усовершенствованное? Вот сейчас вот вы видели сейчас, если ходишь там, во всех парках, садах, значит, придумали машинки, которые, значит, шумят очень сильно и пускают много всякой газа, так сказать, вредного для населения. И грохочет, как эти могучие шагающие экскаваторы. И вот они, значит, сдувают листья этим. Причем производительность такая же, как если я метлой. Вот метлой. Вы видели сейчас дворников с метлой? Не с каким-то веником, а с метлой. Длинная, значит, была ручка. И сделал веник. И он очень эти листья раз и в совок, и все. И там куда надо. Хотите в полиэтиленовый мешок? Нет, они сдувают их. Со страшным грохотом люди все просыпаются, бегут, думают, что такое, атомная война. Нет, это, значит, идет новые средства производства. Что, количество от этого дворников меньше стало? Нет, они просто ходят и гремят. И так интересно, такая забава у них. Или, а вот еще есть теперь листья как? Опять же, с этими метлами раз сгребали, кучи сгребут, а потом приедут и загрузят их в автомобиль. Нет, теперь, значит, есть специальные, есть такие маленькие механизмы, маленькие машинки. Они едут и дотла, там, чуть ли вместе с травой не выдергивают эти листья, если, там, себе складируют, а потом их в кучу все равно потом высыпают. Их, может, не в кучу, а вот, сказать, уже другая машина подходит туда, в ковш, а из ковша уже в самосвал. Или тоже начинают оттуда паковать в мешки эти черные полиэтиленовые. Но сильно увеличилась производительность труда. Столько народ, который занимается уборкой листьев, я в жизни не видел. Это люди, значит, они где-то не поедут там туда, где добывается уголь, где какие-то проблемы, а тут они все в городе, они все вокруг листьев крутятся. Вот. А сколько их больше города стало людей? И зарплаты повысили. То есть производительность труда должна в чем выражаться? Вот мы уже выяснили с вами, третью часть работников надо добавить. А где их взять? Как где взять? А у вас, если эта проблема новая встает, так вообще-то надо иметь ПТУ, а их разоряли. Некоторые остались, но надо воспроизводить. Во-вторых, надо иметь техникумы. Правильно? Надо, может быть, иметь политехническое обучение, чтобы люди были готовы к тому, чтобы можно было пополнять. А работать будут меньше, но они квалифицированные. И будет новая техника, и будут новую технику осваивать. Поэтому вопрос вот о переходе к 30-часовой рабочей неделе – это вообще вопрос об улучшении всей деятельности всей нашей экономики. Безработица, конечно, сразу пропадет, но ее восстановят. Почему? Потому что если капитализм, то какое здесь самое большое средство? Давайте встанем на позицию работодателей – чтобы вы не требовали большой зарплаты, а если требовали, чтобы не добивались. Какое самое большое средство? А? Да, то есть, чтобы за вами стояло 6 человек, желающих на вас. Только вы начнете требовать, сразу все, уходи. Вот, идите, вот, товарищ, пожалуйста, заходите. А он с удовольствием может заходит. Причем он не в коллективе, но его даже не обвинишь в том, что он штрихбрехер, правильно? Ну, если в коллективе вы там никто так на это дело идет. Ну, человек со стороны, он хочет устроиться на работу. Вот освободилась вакансия. Кто ее освободил? Я освободил. А вас куда дел? А за ворота. У нас же свободный труд. И я могу расторгнуть с вами договор. Ну, вы понимаете, что я найду способ, как расторгнуть. В крайнем случае будет сокращение численности. Тогда 2 месяца надо вам выплачивать зарплату. И сокращение штатов. А если у вас... Все-таки есть профсоюз, придется за 3 месяца уведомлять профсоюз. И профсоюз может еще что-нибудь учинить, чтобы не было этого. Но если он ничего не учинил, ну, 3 месяца буду вам выплачивать зарплату, потом с вами расстанусь. Да лучше я с вами расстанусь через 3 месяца, чем я с вами все время не расстаюсь. А после этого я еще могу увеличить сверхурочные работы и работы в выходные дни. Могу? Мне запрещают? У нас есть запрещение сверхурочных работ?
Вы что-нибудь знаете про сверхурочные работы? Вы какой договор читали, а закон читали? Сколько сверхурочных работ может быть в году? Вот-вот, отличный кадр для нашего предприятия. Он не знает, сколько максимальное количество. Отличный. Идите к нам, нам такие нужны. 120 часов в год, 120. А у нас, если вы сейчас начнете спрашивать, поспрашивайте у всех, кто на разных местах, какие там 120, там и 180, и 200, и 300, и так далее. А вот в течение двух дней сколько можно сверхурочных иметь? 4 часа. 4 часа. В течение двух дней подряд. Не более. Поэтому если кто-то работает более, а вот у нас на этой башне Газпромовской работы товарища я интересовался, разговаривал с тем, кто там работал. 12, потом пропуск, потом снова 12. Значит, сколько у него сверхурочная работа? 8 плюс 12? 8. 8 часов. У него получалось 4 часа как раз получалось каждый день. Все выбирали полностью. 4. Но поскольку они и выходные так работали. Год 120 точно не перебрали. Ну, конечно. Конечно. Это вообще, так сказать, ну сколько я с кем не разговаривал, кто на производстве, это почти никто не знает. Люди своих прав не знают. Поэтому мы на этом останавливаемся. Ну, просто потому, что это вот такие важные вещи, с которыми связано все. И медицина меньше связана, потому что, наоборот, больше этих будет случаев для обогащения медицины как науки. А с точки зрения здравоохранения, понятное дело, чем больше люди отдыхают, тем меньше они болеют. И они развиваются. Мы вообще вам здоровые нужны работники, или вы будете их лечить? Лучше бы они были здоровые, чем лечить больных. Потому что как бы вы кого не лечили, это уже вылеченные, это не то, что изначально здоровые. Да. Специалистов следующих. Да. Теперь оплачиваемые отпуска. Ну, они что, у нас увеличиваются или так вот стагнируются? Считается, что вот как есть, так и есть. Вот я еще вот удивляюсь, почему у нас не отняли отпуск. Удлиненный, он так и написан, удлиненный. Только из-за вас не отняли, потому что студентов надо жить, их отпускать на лето. Ну, а с нами что делать? Нам для этого, нам длительный, удлиненный отпуск. А что касается других категорий трудящихся, ну, вот, мало того, что он там в объеме 30 рабочих дней. Его еще делят на куски. Записали, что один кусок не может быть меньше двух недель. Значит, можно поделить и на 3 куска, и на 4 куска. Один кусок 2 недели, и 3 куска можно еще сделать маленьких. Что в итоге вы никуда не можете пойти, ни с детьми, ни с семьей, ничего. И 2 недели это куда-то надо заранее готовиться, куда-то метнуться. Туда уехать, оттуда приехать и так далее. То есть это все в стагнирующем положении. Хотя у докеров тех же самых хорошие времена, в свое время, вот вы тот договор не читаете, вы же его более позднее читали, у них был 55 дней отпуск рабочих, 55 рабочих дней. А потом они на очередных переговорах так ласково с ними разговаривали работодатели, говорят, да мы вам лучше, давайте договоримся, мы сделаем вам 30 дней, а эти 55 мы вам деньгами повысим, вам зарплату. И они, несмотря на то, что я их убеждал это не делать, потому что ну, вы можете во время отпуска, идите работайте 25 дней. Кто вам мешает во время отпуска своего получить отпускные за 25 дней, сверх 30, 30 получите за 25, идите работайте. И получайте деньги, если уж вам так приспичило не отдыхать и работать. Но потом и работа у вас будет более легкая, не такая тяжелая, как в порту. Нет, ни в какой. Вот. Я оказался в глубоком меньшинстве, и мне никакого красноречия не хватило. Прошел год, цены выросли, и все. И все вернулось на круги своя. Теперь у них просто 30 дней, и никаких... А теперь 55 дней, как до неба теперь достичь сейчас. Как до неба им вот такое получить. И им уже не получить, не добиться в том состоянии, которое сейчас есть. Значит, следующий пункт, который стоит, обеспечение реальных экономических гарантий полной занятости за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест
с благоприятными условиями труда. Использование роста производительности труда не для увольнения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного времени и развития системы профессиональной подготовки и переподготовки. Актуальный пункт? Очень актуальный. Потом, сколько было разговоров на уровне президента о создании 25 миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест? Это вообще нормальная постановка вопроса? Она ненормальная. Что такое отдельные рабочие места? Это предприятия должны быть высокопроизводительные. Современные предприятия, новые фабрики, новые заводы. Много таких. Вот я вчера присутствовал на 70-летии Виктора Георгиевича Долгова. Он у нас первым проректором работал, а сейчас работает руководителем, директором по развитию крупной фирмы, по которой создают стекольные заводы. Вот он лично участвовал в создании 4 стекольных заводов. Значит, посудного стекла и листового в Елабуге, в Татарии. Я больше не знаю таких людей. Не строится ничего, не создаются новые заводы. А в первую пятилетку за один год 1500 предприятий. 1500 предприятий построено. Надо не рабочие места создать. Вы что, рабочие места? Представьте себе, вот чисто поле и рабочее место, высокопроизводительное. Потом на отдалении километр опять высокопроизводительное. Ну это смешно. Кто так ставит вопрос? Безграмотно поставлен вопрос о создании высокопроизводительного. Имеется в виду, тут, когда об этом говорят, что имеется в виду, то предприятия будут. Потому что нельзя иметь рабочие места без заводов. Или вы хотите этот малый бизнес высокопроизводительный, они, значит, быстренько вам это что-то достают, картошку, капусту, морковку. И сколько было разговоров? Ничего нету. Почему нету? У нас есть 70% предприятий, или 70% ВВП вырабатывается на государственных предприятиях. Значит, государственная собственность охватывает 70% нашей экономики. Это единая собственность, государственная. На единую собственность можно составить план? Вы знаете такое капиталистическое предприятие хоть одно, хоть государственное, хоть частное, которое бы не составило план на единую собственность? Нету таких. Ну нету таких ни на Западе, ни на Востоке, ни на Севере, ни на Юге. Нету. Нет, у нас умудряется иметь государственное предприятие, которое охватывает 70% экономики. Никаких. И никаких движений в этом направлении. Давайте, говорит, будем разные проекты делать. Так это проекты разобщенные. У вас производство носит общественный характер, а все проекты друг с другом не связаны. Соответственно, они так вот и... Сначала эти проекты объявляются, потом они... Судьба их такова, что с помощью этих проектов можно перекачивать деньги, выделенные на эти проекты, в карманы тех, кто их обслуживает. Вот что происходит. А тем более с благоприятными условиями труда. Они не будут с благоприятными, если это не запланировать. Не бывает так, потому что это разные задачи. Высокопроизводительно сделать механизм, а вот благоприятные условия не обязательно. Вот если я сделаю конвейер, вместо того, что вы свободно работали, а теперь вы будете, так сказать, следить за тем, чтобы сейчас вот у вас подойдет полуфабрикат, и вы должны будете свою операцию сделать. Уже ушли от таких конвейеров в основном свободные конвейеры, не принудительные в том помрёте. Владимир Григорьевич, лекция, я позвоню потом после лекции. Ага. Точно. Вот, поэтому ясное дело, что это предполагает отдельную работу, благоприятную, это надо еще разрабатывать. Сейчас вместо того, чтобы использовать знания, медицинские там, и другие знания, связанные с определением воздействия условий труда на человека. Вместо этого ухудшаются условия труда, приходит в соответствии с так называемой новой системой оценки условий труда, СОУТ, специальная оценка условий труда, заказывает работодатель те организации, которые на деньги работодателя оценивают условия труда. И естественно, если я вот им плачу деньги, они пришли, оценили ваши условия труда. Хорошие у вас условия труда. Я бы сам хотел иметь условия труда. На свежем воздухе у вас все хорошо. И это повсеместно делается. И отбирается, соответственно, или молоко,
или пектиносодержащие продукты, или отбираются дни, дополнительные дни отпуска, сокращенный рабочий день. Ну, раз у вас прекрасные условия, зачем курорт? Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки. Что вы можете сказать, читая наши газеты, глядя на телевидение наше, слушая радио? Что насчет развития системы профессиональной подготовки и переподготовки? Может, что-то и делается, но не слышно же это. По крайней мере, не стоит на важном месте для того, чтобы не в центре внимания. Потом, это невозможно же развивать бесплатно, без того, чтобы это же, чтобы развить систему подготовки, подготовки. Какой нужен горизонт? Вот вы должны работать. Сейчас увеличили еще этот горизонт. Сколько вот до пенсии будут работать? Значит, будут работать с 16 лет, там, с 17 лет, и до 65 мужчины. 65 минус 16, 60 отнять 10. Да? 55. Ну, еще 6 отнимите. 49 лет. А горизонт вашего планирования? А нету никакого горизонта. Никакого нету. На год нету планирования совершенственной подготовки, переподготовки профессиональной. Ни на год нету. Это было вот в мрачные годы тоталитаризма, когда здесь был вот секретарем товарищ Романов Григорий Васильевич. Вот тогда у нас была создана система профессиональной подготовки и переподготовки. Отличные были училища, их было много. В каком они состоянии? В основном разорены. В основном разорены. А потом начинают вот на эту тему говорить. Ну вот, представители передовых профсоюзов, они этот вопрос все равно ставят. И ставят уже в какой форме? Что мы будем требовать это от государства и от предприятий соответствующих. Ограничение практики заключения срочных трудовых договоров. Значит, что хотел бы капиталист-работодатель делать? Раз, вас и уволил, если что. Вы ему не понравились, как вы себя ведете, особенно если вы участвуете в социально-трудовых конфликтах и отстаиваете интересы трудового коллектива. Ну, как вас уволить? Так вас вот, если вы нормальный работник и все выполняете, и не уволишь никак. Потому что вы подадите в суд, суд может восстановить, суды восстанавливают достаточно много людей. Нельзя сказать, чтобы это не было такого. Но, правда, вы походите, вас восстановят, вы полгода будете без зарплаты, потом вам, может, выплатят. А какой прием используется? Вам предлагают, вот давайте срочный договор заключите. А в чем его фокус срочного договора? Вы заключили срочный договор, срок закончился, и вас увольняют в связи с истечением срока трудового договора. Все. Ничего не надо. Не надо ни доказывать ничего, ни спорить. Все, это достаточное основание. В связи с... То есть откуда взялись эти срочные договора? Ну вот представьте себе, что вы на уборку мандаринов поехали. Ну, ясное дело, у вас срочный договор на 2 или 3 месяца. Вы там вот закончился сезон, и все, и возвращаетесь. То есть это на какие-то сезонные работы. Или, допустим, использование труда водителей на уборке зерновых. Ну, сколько вы будете убирать зерновые? Ну, 2 месяца. Будете ехать там с юга на север. И все дальше переходить в новое хозяйство. И вот у вас какой-то срочный договор. И все на этом. Ну, а так-то, сказать, больше нигде. То есть это особые условия. Особые, специфические, исключительные условия. А это исключительные хотят превратить в постоянные. Вот я однажды с профессором Казенов, мы присутствовали на Кировском заводе. У них особый профсоюз, никуда не входит. Ни ФНПР, ни ФПР, никуда не входит. Он свой, профсоюзный комитет Кировского завода. И вот они сидят в президиуме, мы выступаем там перед ними, отвечаем на вопросы. Меня спрашивают, что делать, если переводят на срочный договор. Я говорю, ни за что не соглашаться. А нас, говорит, заставляют. Я говорю, как вас заставляют? Что вот руку в дверь засовывают и... Да? Или что? Или ногти под ногти что-то. Ну как вас могут заставить? Ну как можно заставить человека переходить на срочный договор, если он упрется? Никак нельзя. Потому что самое страшное, что может сделать с вами работодатель – уволить. Правильно? Больше ничего он не может. Его возможности ограничены. Он вас увольняет. Но если вы подпишете срочный договор, считайте, что вы себя уже уволили с оттяжкой.
Если вы подписали срочный договор, вот срок закончится, и вы уволены. И там уже вы, вот тут уже воевать никто за вас не вступится. Ни суд, ни Ростроудинспекция, ни прокуратура, ни товарищи, ничего нет, все по закону. Скажем, последние несколько лет на такую же форму перевели и вузовских работников. Раньше вузовские работники работали по конкурсу, конкурс был на 5 лет, вот на 5 лет избирают вузовского работника. И вопрос о том, зачислять его на работу или увольнять, решается в зависимости от исхода конкурса. То есть человек подал документы на конкурс, если он не прошел конкурс, его можно уволить. Срок закончился его, заранее подаются документы, конкурс проходит, ученый совет решает. Сейчас сделано по-другому. Конкурс не нужен для увольнения. То есть вот для того, чтобы зачислить вас на ставку, допустим, профессора, доцента и так далее, конкурс. Конкурс, вы подаете документы на конкурс, а конкурс проходит по известных условиях. Если вы эти условия не выполнили, то это не ученый совет будет решать, а вот эта комиссия, которая допускает конкурс. У вас еще и на этапе этой комиссии могут не допустить до конкурса, и уже вы увольняетесь. А уж если кончился срок, то все, никакого конкурса нет, у вас в связи с окончанием срока договора. А сроки стали, если раньше были 5 лет, 3, 2 или 1 год, и все, и вас нет. И поэтому у нас, скажем, наши вузы, как шагреневая кожа, сокращается. Это вузы сокращаются, а число вузов, само собой, сокращается. Наше доблестное министерство сократило за 3 года более половины вузов страны. Их нету. А куда они делись? Ну, не знаю, наверное, должны работать теперь в связи с продлением пенсионного возраста. А где они будут работать, когда их выкинули с рабочего места и с того, где они специалисты, где они могут принести пользу. А то в других местах они люди, которые не являются квалифицированными работниками. Так что это очень важный пункт ограничения практики заключения срочных трудовых договоров. Следующий пункт – согласование работодателям с профсоюзом решений, затрагивающих интересы работников. Вот вы как раз нам рассказывали, и рассказывали, что в том договоре российского профсоюза докеров, который заключили работники нашего морского порта Санкт-Петербурга, что в нем прописано было согласование с профсоюзом, чего нету теперь в Трудовом кодексе России. Это было в Кодексе законов о труде Российской Федерации, в ГЗОТе. ГЗОТ действовал до 2001 года. А с 2001-2002 года появилась запись в Трудовом кодексе, что происходит с учетом вот, решения таких вопросов, в том числе и увольнения, с учетом мнения работников. А что значит учет мнения работников? То есть ваше мнение выслушают. Еще что? Но есть процедура учета мнения. После того, как вы, если не согласны, профсоюз не согласен, он может написать, во-первых, от работодателя требуется обоснование, почему он скажем, принимает такое решение. Обоснование. То есть он не просто проект приказа, а к нему обоснование. Но он всегда, у него есть главный экономист, главный там, юрист. И обоснование напишут. Вот он отправляет это председателю профсоюзной организации. Председатель профсоюзной организации либо согласие должен дать, либо написать мотивированное заключение о несогласии. Он не согласен. Это несогласие что означает? А то означает, что может, если хочет профсоюзная организация, пусть судится, может подавать в суд, куда угодно. Но это никак не останавливает принятые решения. А что должна предполагать еще процедура? А встретиться нужно с генеральным директором и побеседовать, то есть провести консультации. Как только консультация проведена, генеральный директор приглашает попить кофе. Вот вы кофе попил, он с председателем правкома. На следующий день он, а может в этот день, сразу как только кофе закончились, чашечки, он сразу подписывать может приказ об увольнении. Все. И я уже, как говорил, у докеров такая есть машинка, которая, ну, все-таки, чтобы некоторые документы, чтобы они не ходили, для того, чтобы на них писали, и это не распространялось, что там на них написано, их вот такую машинку опускают, они и она их на мелкие части бумагу это разрезает. И они это называли процедурой учета мнения. Раз туда, вот эту бумажку, и вот учет мнения состоялся. То есть учет мнения означает, на самом деле,
абсолютную возможность для работодателя принять любое решение, на самом деле не считаясь работниками. Но требуется известная задержка в реализации этого. То есть надо составить обоснование, обязательно это прислать в этот профсоюз. Обязательно посидеть с председателем правкома и потом уже, ну, заодно и сам подумать. Может, он глупость какую-то делает, то есть даже что-то хорошее там есть. Он не сразу принимает, а вот пусть подумает. Бумага должна отлежаться, вот она отлеживается, и все. Но никаких ограничений нету. То есть абсолютный произвол работодателя в принятии решений, затрагивающих интересы работы. Этот абсолютный произвол есть где? В Трудовом кодексе. А поэтому коллективные договора – это вот тот самый локальный нормативный акт, который может это возместить, если работники поднялись на составление и на проведение того проекта коллективного договора, который они решили составить. Если они это не сделали, их ничто не защищает. Ничего. Нет никакой защиты. И вот чем важен этот документ, и он описывает вот все то самое важное – все те стороны жизни и деятельности работников и, соответственно, профсоюзной организации, которые нельзя упускать из виду. Ни один из этих моментов не может быть упущен из виду при составлении коллективного договора и при ведении коллективных трудовых споров. Признание права работников на приостановку работы при невыплате зарплаты и нарушении правил охраны труда, аттестация рабочих мест по условиям труда. Вот это требование на самом деле реализовано в законе. То, что требовали профсоюзы, вот так, заедино выступая, реализовано. 142-я статья Трудового кодекса это право расписывает. И очень хорошо оно действует. Что, в чем состоит смысл 142-й статьи Трудового кодекса? Если вам не выплатили зарплату больше 15 дней, вы можете, уведомив администрацию об этом, приостановить работу до выплаты зарплаты. До выплаты зарплаты. Никаким сроком это не ограничено. Если на 100 дней, 100 дней вам не платят, ну, 100 дней вы не работаете. Причем от вас не требуется находиться на рабочем месте. Хотите, сидите на рабочем месте, читайте «Капитал». Хотите, читайте «Происхождение семьи частной собственности государства» Энгельса. Хотите «Экономико-философские рукописи». Что хотите, читайте. Хотите, если не хотите контролировать ситуацию на предприятии, можете пойти домой, можете гулять в саду. Почему? Потому что вам, согласно 142 статье, должны по почте прислать или принести нарочно бумагу, в которой написано «Уважаемый Иван Иванович Иванов, завтра вам будет выплачена заработная плата, поэтому просим завтра прийти на работу». И вы обязаны тогда выйти на работу. А вы не остановили работу, а вы приостановили. А почему вы приостановили? Ну, потому что у нас договор, что я работаю, а вы платите. Вы не платите, я не работаю. Я не вообще не работаю, а за то время, что вы не платите, я не работаю. Что тут непонятно? Очень хороший пункт. Хочу сказать, что, к сожалению, наши трудящиеся, очень вроде считающие себя боевыми и готовые остановить даже работу вдруг, когда им 4 месяца не уплачивают. Не выплачивали зарплату, не удосуживается заглянуть в связцы, не посмотреть в Трудовой кодекс и не прочитать его, где написано, что если вам 15 дней не платили, то вы, а что вы работаете-то 3 месяца? Ну что могут сказать? Что вам может сказать работодатель или государство работодатель? Ну дураки, если вы, мы вам все сделали, мы вам написали, мы вам дали право, мы вам расписали, что не надо работать. Напишите бумажку, что вы приостановили. Нет, вы работаете как сумасшедшие. Но это ваше личное дело. Мы вам запретить-то не можем. Вы что, хотите, чтобы мы вас наказывали за то, что вы работаете? Не будем наказывать. Работодатели, чтобы мы наказывали за то, что вы работаете, когда вам разрешено не работать? Не будем наказывать. Потому что вы не пользуетесь правом, а право у вас есть. И мне иногда приходят письма такого рода, что вот сколько у нас забастовок. Нисколько у нас забастовок. Почти нет. Потому что обычно речь идет о том, что 4 месяца не платят, и вот люди остановили работу. А что вы работали 4 месяца, спрашивается? Кто вас просил? Вы закон читали? Ну, я понимаю, может быть, плохой закон, может, хороший. Ну, хорошие есть законы, но если вы их не знаете, ну, что из этого делать? Вот такой вещь. Поэтому работать сначала как рабы, а потом как неграмотные люди. Ну, все-таки грамотные люди, ну, что, не прочитать Трудовой кодекс? Хотя там есть на чем остановиться. Во-первых,
Что значит уведомить работодателя? Работодатель будет делать все, чтобы его не уведомили. Вот что нужно делать, если вы хотите приостановить работу и уведомить? Что будете делать? Письмо. Ну, это в крайнем случае. Сначала надо попробовать так вот дать. Пусть распишется на втором экземпляре. Два экземпляра сделали, намножили, как бы, пусть на втором распишется. Он не хочет расписываться, возьмет и порвет. Значит, надо приготовить сколько экземпляров? Ну, пять можно приготовить. Пусть рвет. Ну, как-то успокоить надо человека. Он порвет второй экземпляр, третий. Ну, когда он поймет, что у вас их бесконечно много, он прекратит. Ну, так подпишите, не будете подписываться. У меня такой разговор был с прокурором. Примите, говорю, бумагу на приеме. Нет, я не буду брать. Ну, зря вы не будете брать. Сейчас я же зайду за угол, вот как вы сказали, и отправлю заказным письмом с уведомлением о вручении. Да, он говорит, давайте. Но когда он понимает, что все равно будет, не будет в это играть. Поэтому вот вы сразу сказали, вот люди должны быть грамотны в этом отношении. Что значит у вас не взяли? Вы идете к секретарю директора. По-японски как будет секретарь директора? Не знаете? Ну что вы не знаете по-японски-то? Кабинет директора называется Хатахама. А секретарь директора Сукахама. Кооперативная квартира Анахирата-Хата. Еще что у нас там есть? Вот дорога как бы. Токанава-Даяма. Так что... Ну, секретарь директора чем занимается? Не допустить вас к директору. Директор занят, подписывает бумаги, разговаривает с министерством, готовится к заседанию совета директоров и так далее и прочее. А вы тогда подпишите. А я не буду подписывать. Чем вы заставите секретаря? Ничем. Поэтому люди должны знать, ну, поговорили, не хотят сказать. Ну, я все равно сейчас пойду и отнесу, по почте вы получите. А про вас расскажу, что вы не выполняете свои функции. Пошли. Поэтому иногда их возьмут после этого, когда увидят, что это все равно не получится. Вот. Если вот вы такие люди будут грамотные, как вы, так как-то это будет быстро изжито. Ну, все равно придет, бумажка придет. Ну, и она будет говорить о том, что здесь вот работодатель создал ненормальную обстановку, его секретарь не принимает бумаги, у вас это козырь дополнительный, у вас так не было никаких, как говорится, претензий, кроме того, что вам зарплату не платят. А оказывается, еще и плохо работает генеральный директор, не сработался с коллективом. И так далее. Много тут уже наворачивается. Надо всякие минусы. Ведь минус как говорят? Если минус, остается такую палочку поставить, и будет плюс. Поэтому минусы надо собирать и делать из них плюсы. В этом состоит успешное разрешение коллективных трудовых споров. Вот, поэтому направили. Вам надо убедиться. Пришло уведомление к вам о том, что вручено. Все. Все. После этого вы человек свободный. Хотите, и на работу приходите. И читаете там, какие книги вам вот хочется. Хотите Маркс, хотите Энгельс, хотите Ленин, хотите Путина. Все хотите, то есть Путина читайте. Скажете, что вы читаете? Да вот Владимир Владимирович читает, вот он в законе, он юрист. Все вопросы связаны. Что он такое? И выписывает то, что он говорит о том, как надо относиться к работникам и так далее. Ну что вы можете делать? Что тут надо брать на вооружение? Медведева собрать... Что он там такое навысказывался? Что денег нет. А почему их нет? Потому что не организовывают работу, видите. Откуда могут быть деньги, когда вот конкретно из-за кого нет денег-то? Из-за вот этого нашего. Потому что он работу не дает. Зарплату не платит. А он зарплату не платит, значит, он ее крутит. А где он ее крутит? Он в банке ее крутит. А деньги вы бы мне бы выплатили, а раз с выплаченной зарплатой нужно отдать 13%, правильно? Вот этих моих 13% Дмитрий Анатольевич не получил. Дмитрий Анатольевич, примите меры к этому вот аглоеду, который не выплачивает. Так. То есть беда, скажем, современных работников не только в том, что, дескать, их так душат и давят, а в том, что они даже те права, которые им даны, они их не реализовывают. Не реализовывают. А? Что делать? Разъяснять. Вот мы разъясняем. У нас есть конфликтологи, они будут разъяснять. Они же должны не разжигать конфликты, а их как бы
Успокаивать? А как успокоить? Ну пусть сами трудящиеся решают это дело. Они вызывают конфликтологи, у нас конфликт. А что у вас конфликт? Давно надо было написать бумажку и сидеть спокойно и читать книгу. Хотите, как загорелась сталь, читайте. Ну что хотите, читайте. В чем проблема? Или пишите письма, заметки про своего генерального директора. И пишу рассказ, оперу. Так, признание права работников на приостановку работы при невыплате зарплаты мы рассмотрели. И нарушение правил охраны труда. Это тоже записано, вообще-то. Вы должны пригласить инспектора по охране труда, записать, протокол составить. Можете, как акт умеете составлять? Можете сказать, как составляется акт? Не знаете? Ну, как вы понимаете работу? Как вы? Что такое акт? Акт – это документ, который ничего не требует. Ничего там нету в смысле цели, задач, использования этого акта. Акт – это констатация факта. Вот вы пришли, есть какой-то факт, который вы хотите зафиксировать. Как его зафиксировать? Вы заинтересованное лицо, поэтому вы тут не можете этот акт составлять. Правильно? А кто не заинтересован? Вот мы тут стоим трое вот у нас, незаинтересованных лиц. Вы просите нас об одном. Давайте вот вы констатируете, что вот на мою просьбу там преподаватель не откликнулся, вот этот факт. И все, и вот вы собираете нас и пишете бумагу. Сегодня акт настоящий составлен в том, что имерек такой-то во время занятий. Просьбу студентов, магистров не выполнил. Хотя это входит в его служебные обязанности. И дальше. А можете это последнее не писать. Входит, не входит, пусть разбираются другие. Факт, он не выполнил, и все. А тут скажут, что тут там нагнетают. Не выполнил. И все, и подписи. Иванов, Петров, Сидоров. Три человека. Три. Подписались. Не обязательно данные паспорта, не обязательно, но можете и написать. Ни хуже не будет. Хуже не будет. Ну, написали документ. После этого вы берете и приносите мне этот акт на подпись, как человеку, про которого вы написали. Напишите не то, что я согласен, а напишите, что вы ознакомлены. Вы должны меня познакомить, вы же меня уважаете. Это я вас не уважаю, а вы-то меня уважаете. Вы приходите и свое уважение выказываете в том, что предлагаете мне подписать о том, что я с актом ознакомлен. А я говорю, не буду, это обычная схема. Не буду, не будете? Хорошо. Вы же человек добрый, мудрый, вы берете ручку, и на этой же бумаге пишете, уже слева сбоку, товарищ такой-то, некоторые бывают товарищ, не назвавший свою фамилию, но вот на этом месте находящийся, это место-то государственное, служебное, должностное, вам даже не надо его имя, отчество знать, правильно? Вот тот, кто в это время проводил занятия, или тот, кто в это время должен был дежурить и так далее. А подписать этот настоящий акт отказался. И дальше что? Снова три подписи. Вот теперь вы вооружены. Вот как вы с этим актом будете поступать? Вы везде будете прилагать, что имел место такой безобразный случай. Хоть вы пойдете на телевидение, хоть вы в интернете будете выступать, хоть вы будете письма писать президенту. И туда вот там, когда президенту будете писать, не писали еще президенту? А что вы не писали? Как вы живете, я не знаю. Такие права вам гигантские даны, вы не используете. Значит, набираете письмо президенту. Тут же выскакивает сразу сайт Kremlin.ru. На этом сайте, пожалуйста, с вами фамилия, общество, отчество, имя, положение. Вы хотите получить именно президенту или в администрацию президента? Ну, вы крутой, я понял, вы к президенту. Хорошо, да, птичку ставим президенту. Вы хотите получить в письменной форме ответ или в электронной? Неопытный человек. Не, зачем? В электронной вы и так получите. Если письменно напишите, получите в электронной и в письменной. Потому что в электронной вы получите быстро, а в письменной попозже. А письменно будет написано, конверт написано президентское. Вы еще не получали президентское письмо? Отвечать будет не президент, конечно. Вы, я думаю, не наивный человек, не думаете, что по поручению как бы президента, соответствующий отдел администрации президента по работе с письмами и обращениями граждан и в соответствии с законом в месячный срок должны представить ответ. Я не знаю случая, чтобы нарушен был этот срок. Точно вы получите письмецо президентское, и вас будут, вот почта вам будет положена, ящик. Вас почта будет уважать. Это тот, кому пишет регулярно президент.
Ну как вы это, не заботитесь. Вот как он раскидывается он. Мелочь такая, понимаешь, президентское письмо. По электронной почте щелкай, нет его. Нет, это бумага. Копии сделаете, то всем будете рассылать, копии. Это же документ, который подшить можно. И будете, я вот писал президенту, копию прилагаю. Вот ответ. Ну какой вы ответ будете прикладывать? Хороший прикладываете, плохой выкидываете в корзину. Вы же много раз будете писать. Ну и отберете хорошие. Но вы не обязаны все прикладывать. Есть такое обязательство прикладывать плохое? Нет, плохое не надо. Вот я писал президенту по поводу того, что делать в экономике. Получил очень много пунктов. Я на эту тему рассказал для сайта, для канала Фонда Рабочей Академии ответ президента на экономические предложения. И вот, значит, со мной Министерство экономики... Значит, естественно, мне не президент ответил, но сначала меня Министерство промышленности и торговли выразило со мной согласие. Академия наук тоже выразила согласие. Мы работаем в том же направлении. А вот Министерство экономического развития, когда Илюкаев тогда был, не ответил отрицательно. И все мне не совсем, ни с чем не согласно, кроме одного, что не только 8 часов, 6 часов можно. Можете установить себе в коллективном договоре и 4 часа, и 2. И вообще работу можете 10 часов в неделю. Это все на уровне решается предприятие. Поэтому это не надо для этого писать нам, а вы решайте там в ходе своих переговоров с работодателем. Ну и тоже хороший ответ. Но там по другим вопросам не согласны, а тут вот, пожалуйста. Это же хорошо. Вот. Так что это очень важно. Ну вот нарушение правил охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Аттестации уже нет. А аттестация – это был как бы констатация факта, а вот уже оценка, она субъективная. У каждой оценки свои. Если я буду оценивать один результат, вы будете оценивать второй, вы будете оценивать третий. Поэтому, конечно, здесь вот большие потери у трудящихся в профсоюзах. Наделение каждого профсоюза правом на заключение коллективного договора в интересах своих членов. Действие коллективного договора до заключения нового. Какая идея была у товарища, который этот пункт предлагали? Идея такая была, что есть маленькие профсоюзы, есть большие. Большие иногда оппортунистические, которые стоят на стороне работодателя. Поэтому, а маленький профсоюз заключил бы в интересах работников. Люди бы и пошли в этот маленький, потому что он был бы хороший, коллективный договор. И они бы улучшили свои условия. А кто хочет просто из обычных работников иметь худшие условия, а не лучшие? Они бы стали перетекать из плохих профсоюзов в хорошие. Нет, нет, не так сейчас. Вот есть только единый коллективный договор, а кто может его заключить? Либо большинство работников, попробуйте вы его получить, это очень сложно, получить на конференции большинство работников без всяких профсоюзов, или профсоюз, в котором состоит большинство работников, или несколько профсоюзов, если они в союзе представляют, вместе представляют более половины работников. Ну а какой союз, когда один вот создан, можно сказать, работодателем для обеспечения интересов работодателей? Скажите, пожалуйста, кто выступал в Думе от «Единой России» по поводу пенсионной реформы? Исаев. А Исаев кто такой? Заместитель. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. И вся эта федерация со всей армадой своих освобожденных работников обеспечивает то, что затеяла «Единая Россия». То есть то, что затеяла партия работодателей. Вот вам и дела. Поэтому это тоже очень важный пункт. Действие коллективного договора до заключения нового. Есть у нас такое? Нету. У нас, вот представьте, хороший коллективный договор. Хороший. Вот вы как раз его разбирали и показали, какой он хороший, этот коллективный договор, по сравнению с тем, который был заключен потом. Значит, а можно было бы второе не заключать тогда и не биться. Пусть этот продолжал бы действовать, да? Нет, у нас все это поставлено на такую зыбкую основу, что прошло 3 года, через 3 года уже
заключение снова, или заключение, или можно перезаключить. А как вот бы, что бы вы посоветовали сделать, чтобы был заключен через 3 года такой же коллективный договор? Вот докеры приготовили во главе с товарищем Федотовым проект коллективного договора по всем параметрам, превышающим тот, который вы изучали. Проект. Тогда работодатель, поскольку он действовал до 2014 года, тогда работодатель решил, давайте-ка мы этот самый договор лучше продлим, который есть, а то эти требуют еще больше. А если бы не было такого проекта, то что было? Было бы ухудшение. Поэтому то, что вот он оказался 2 срока, 6 лет, это не потому, что он просто, так сказать, лежал, и так он и стал действовать. Нет, через 3 года все опять поднялось, через 3 года был тот же самый спор, но был предложен такой проект, который на голову выше, чем предыдущий. И так надо и действовать. А если кончится вот 6-летний срок, вот получилось, что вот этот договор хуже, потому что не только потому, что не предложен. Предложен, может быть, такой же, но действий уже нет таких, которые обеспечивают. Потому что коллективный договор сам по себе – это не прямая, так сказать, у него зависимость от проекта. Проект может быть хороший, но вы этот проект не поддержали с никакими коллективными действиями, и он и не прошел. От проекта до коллективного договора большая дорога, она идет через забастовку. Твердое правило, вот докеры установили, и это же поддерживают и диспетчеры. Те люди, которые больше всего выигрывали коллективные трудовые споры. Хороший коллективный договор без забастовки не заключить. Плохой можно. Вы хотите плохой заключить или хороший? Если плохой, не надо никакой забастовки, не готовьтесь. А если хороший, ну как, вы хотите улучшить положение работников. А раз вы хотите улучшить, вы хотите перераспределить прибавочную стоимость, правильно? Часть ее отправить в зарплату. И если работодателю удалось вот такую норму сделать, прибавочной стоимости, что 1/8 только времени работается на зарплату, а вы хотите сделать 2/8, то есть 1/4, чтобы шла на зарплату. Да вы что, с ума сошли? Вам 1/4, а мне всего-то останется 3/4. На вас, на всех 1/4, а мне, на меня, такого важного. Я же хозяин, барин, я мои средства производства. Вы тут, можно сказать, у меня в гостях, и вам 1/4, а мне только 3/4. Это ужас, это восстание, это революция. Как это 3/4? Поэтому, и что мы имеем? А вот такого и нету. Хотя, вы думаю, у диспетчеров есть. То есть это вот требует соответствующей работы. А вот если бы вот это было, то, что записано, ну, это надо требовать. Причем требовать должно, это надо уже от депутатов. И надо иметь своих депутатов, которые с этим выступают. А сколько у нас депутатов в Думе? Это полно. КПРФ против было пенсионной реформы? Против. Справедливая Россия против? Против. А ЛДПР тоже против? Против. Они какое-нибудь предложение по улучшению положения работников внесли? Хоть кто-нибудь? Их там тьма этих депутатов, но меньше, чем Единая Россия. Никто не внес никакого проекта. Ну вот был... Было первое чтение. Что такое первое чтение? Первое чтение – это вот такой этап, когда все имеющие право законодательной инициативы могут внести свой проект. То есть проект могли внести члены Совета Федерации, любой депутат Госдумы, Шейн, вот он выступал активно против. А кто ему мешал внести проект, который бы улучшил пенсионное обеспечение? Вот, скажем, повышение пенсии предусмотрел бы там на столько-то, и какое-то для людей с вредными и опасными условиями труда сокращение времени работы до пенсии. Ну почему это он не сделал? Ну это надо написать же сесть. Ну это грамотные люди сидят, получают по 400 тысяч рублей. Пенсию получают 75%. У них же пенсия не по этому закону, который обсуждали. Это пенсионный закон о трудовых пенсиях в РФ. А еще есть закон о пенсиях госслужащим. 75% от зарплаты по занимаемой должности. От 400 – 75%, 300 тысяч. Вот на 300 тысяч идите себе и собирайте там капустку, морковку. Что вы найдете, если вы имеете такую зарплату? Никто ничего не внес. И чего? А кто внес? А вот только молодец, только президент. А что, он один, что ли, у нас имеет право законодательной инициативы?
Чего вы выступали там? Вы бы сделали лучше, чем президент предложил. Никто с ним не конкурировал. А кто мешал? Вам запрещал, что ли, президент? Чего, Жириновский мог внести, если он так выступал? Лихо. Не мог. Не внес? Не внес. А Миронов так хорошо выступал. Мне понравился его выступление. Он внес какое-нибудь предложение? Нет. Ну, от КПРФ. А Зюганов там сидит, фракцию возглавляет, говорит, мы это безобразие, как... Ну, так что вы безобразие? Вы сидите там, что вы делаете-то? Ну, внесите проект. Вам ничего делать не надо, как в интересах трудящихся внести проект. Почему не внесли в интересах трудящихся проект? А мы будем зато против. Ну, это хорошо. Если вы против, вы гарнир. Я делаю то, что мне надо, а вы против. Ну, так это хорошо. У нас, значит, не просто так вот прошло, а вы в этом участвовали. То есть демократический процесс. Вам было дано слово, а меня обругать – обругивайте. И вам дано слово – меня обругать. А положение ваше я ухудшил, а вы меня обругали. Кто выиграл? Вы меня обругали, а я вас вообще не обругивал. Я у вас забрал часть вашей жизни. Так, вы на 5 лет стали больше работать. Если считать, что по 14 тысяч в месяц пенсии на 60 месяцев, 5 по 12, 840 тысяч рублей. Ваши 840 тысяч забрали. Мои-то не забрали, я за пенсию уже получаю. Я только из-за вот любви к товарищам говорю, а так? А вы заинтересованы, если у вас отняли? Дескать, а он говорит, мы молодые. А потом, когда будете вы уже не таким, когда пойдете на пенсию, сказать, эх, а когда мы были молодыми, о чем мы думали? Как о чем? Мы думали о том, что мы будем так вечно молодыми. Ну, нормально, я думаю, нет. То есть вот мы видим, что вот Федерация просто в России думала об этих вопросах, и все они поставлены. И вообще это же все обнародовано, это все висит на сайте Фонда Рабочей Академии. Бери и действуй, включай в коллективные договоры. Так, заключение профессиональных тарифных соглашений. Это вот авиадиспетчеры. Внесли такой пункт. Почему? Потому что, вот, скажем, эти коллективные договоры, это я вот узнал сегодня, вернее, вчера, слушая выступление президента Федерального производственного диспетчера. Договор-то раз в 3 года и опять начинай. А профессиональное тарифное соглашение, нет срока давности. Взяли и заключили, и хуже уже не будет, и все. Так надо заключать тарифные соглашения, чтобы, по крайней мере, гарантировать себе зарплату без понижения. Или повышение, тарифное соглашение, там график повышения, поставить тарифы. Можно это сделать? Можно. Вот это вставили. И они не только вставили, они и реализовали, а другие не реализовали. Ну, вы не хотите, не реализовывайте. Ну, что вы с вами сделаете? Кто может вас заставить? Что, профсоюз авиадиспетчеров будет прилетать, что ли, и вас заставлять? Заключать тарифное соглашение. А? Бюджетники могут продавить тарифное соглашение? Они могут написать проект тарифного соглашения. А могут ли они продавливать, могут. А могут ли они продавить, зависит от других обстоятельств. Но пока вот нету самого предмета, нету. Где ваш проект тарифного соглашения? Я не знаю, я не видел. Покажите. А тогда вы будете задавать такой вопрос. Могут ли они продавить? Чего вы можете продавливать? У вас ничего нету. Ну, то есть сначала нужен вот, ну, какой-то вот субстрат. Вот с этим можно действовать. У вас проект коллективного договора есть? Нет? Ну, так вот будет, вот будете его продавливать. Сейчас все будете продавливать. Вы мне чего продавливать? Я буду против. А? Я буду против пока. Ну, вот. Вы просить можете. Просите. Обратитесь ко мне с просьбой, я их рассмотрю. Некоторые, может быть, даже и учту. Какие? Ну, которые не требуют от меня большой суммы денег, а навстречу вам пойду. Я же не зверь, ну, что-то я вам и дам там. Ну, еще один мандаринчик вложим в пакет к Новому году для детей. Еще один. И, может быть, вместо этой плитки, которая не содержит шоколада, а соевая является, положим маленькую шоколадку, в которой, правда, уже имеются и эти самые масла, разные другие, которые из Африки привозят. Но все-таки это шоколад, а не просто плитка. Мы проверяли вот у докера. Как только не напишешь, сколько там должно быть этих апельсинов, положат вместо 3 1.
Ну, просто... Или вот сейчас была пересменка между одним договором и другим, некоторое время не было. И все, и вместо плаща, который ты после работы вешаешь, он высыхает, и ты приходишь, и опять надеваешься сухой, и пошел. Дежурный плащ, не персональный, а дежурный. И дежурный, это значит, вот вы пришли только что со смены, мокрый, грязный, и тут и я явился. Вы домой, а я ваш плащик надел, и так мне в нем хорошо и тепло, потому что друг и товарищ мне его передал. Все это предмет рассмотрения. Так, свободный доступ профсоюзов к информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, касающейся экономического положения организации и права контроля профсоюза за хозяйственной деятельностью организации. Вот я думаю, что это пункт замечательный, но никаких перспектив выиграть по этому пункту я не вижу. Почему? Потому что тут администрация будет стоять насмерть. А, так сказать, чем вы можете, так сказать, заставить это рассказать? Так я думаю, что я бы пошел по другой дороге. Почему мы говорим о том, что давайте мы рассчитаем нормальную зарплату? Во-первых, никакая не догма, надо, чтобы зарплата приближалась к стоимости рабочей силы. А почему только к стоимости рабочей силы? А почему не поделить прибавочную стоимость? Я вот со многими говорил, профсоюзниками, давайте, там написано у нас вот самое начало трудового кодекса, партнерские отношения, мы партнеры. Если мы с вами партнеры, как будем прибыль делить? Пополам. Я тоже считаю, что пополам. Ну, давайте такое будем требовать пополам. Нам не надо вообще знать этой вашей тайны. Пусть вы с помощью своей тайны получаете большую прибыль. И мы пополам. Мы же партнеры. И нам хорошо, и вам хорошо. И мы заинтересованы в большой прибыли. Потом, это вам большая фора, потому что мы с вами делим пополам. У вас там трое акционеров. А у нас 3000. Это мы вообще на каждого будет в 10 раз меньше. Правильно? Ой, не в 10 раз. В 1000 раз. В 1000 раз меньше. Это вообще... Это вообще-то не партнерство, конечно. Тут надо как-то пересчитать это дело. Чтобы на каждого было столько же прибыли, как вот на вас, так и на наш. Вот это партнерские отношения. Ну, кто вам мешает, так сказать, вопрос на переговорах? Никто. И в коллективный договор можете партнерские отношения, раздел вы видите, партнерские отношения, деление прибыли пропорционально каждого участника производства. Вот ваши акционеры – участники производства, трудящиеся участники производства. Эти все прибыли раздели, мы партнеры. И дружба, и банкет. Банкет даже, вот пусть участвует тоже на равных, не только за счет администрации. Пусть все участвуют, раз все прибыли разделили. В основном будет за счет работников, конечно, потому что их большинство. Ну, ничего уж не поделаешь. Так. И право контроля профсоюзов за хозяйственной деятельностью организации. Ну, и контролируйте, кто вам мешает. А вас никто и не запрещал контролировать хозяйственную деятельность. Контролируйте. Что, вы не видите, что вам зарплату ухудшают, условия ухудшают? Не надо тут требовать права контроля, а надо осуществлять контроль профсоюзный по мере возможности. Вы можете... За деятельность администрации в области охраны труда. Можете, потому что профсоюзы этим наделены правом. Можно инспекторов создать. Инспектируйте, пожалуйста. Зарплату и так видно невооруженным глазом, сколько вы получаете. Кого вам инспектор нужен? Вы решения должны принимать. Какие решения? Забастовки. Как осуществляется контроль? Если не выполняют, значит, бастовать надо. Ну, как вы собираетесь контролировать? Чтобы вам написали, что будет за вас кто-то ходить, и ваше решение будете бумажки писать? Не будет этого. А у вас есть оружие? Вам дала Конституция, дала конституционное право на забастовку. Вы его не используете. Но если вы не уважаете Конституцию, мы вам ничем уже не можем помочь. Более того, вам расписали процедуру в Трудовом кодексе, как добиваться реализации этих вещей. Если вы с чем-то не согласны в деятельности организации, в хозяйственной деятельности организации, что она не туда отправляет, это никто вам не запрещает выставлять любые требования. Это и есть контроль над деятельностью. А как вы себе представляете контроль? Вы придете в кабинет и скажете, а ну покажите мне. Да никто мне ничего показывать не будет. Вы что хотите, то и требуете. Вам кто-нибудь запрещает, ограничит вас в требованиях? Абсолютно не ограничит. Ну так вы ничего не требуете. Раз вы ничего не требуете, идите отсюда. Все пришли от меня, отвлекайте от работы. А если требуете, то хотите процедуру выполнять, и все. То есть, я думаю, что мы должны какой-то такой акцент сделать не на том, что там у нас такие злодеи работают. Они, конечно, злодеи. Но они злодеи в соответствии с тем, что они капиталисты. Вот вы будете капиталистом, вы тоже будете воплощением самовозрастающей стоимости. Вы же видели, кто не был капиталистом, а стал, он же уже все. Он думает только об одном, как сделать больше. А денег
много не бывает, только мало. Нет такой границы, это безразличная граница. Вот в разделе о количестве в науке логики говорится, что такое безразличная граница, количество. А ее можно передвигать куда угодно, и все мало. Мало. И вы вместо того, чтобы понять, как мало получают работодатели, вы требуете еще что-то. Ну, требовать вы имеете право. Ну и требуете. Но если вы требуете, у вас нет забастовки, это у вас не требование. Почему? Потому что требование предполагает что? Какие-то действия, ответственность. А какая ответственность может быть с вашей стороны? Одно – забастовка. Прямая, косвенная, там, формальная, неформальная. Ну, то есть какая-то реакция. Ответственность вообще – это реакция. Никто не задумывался на тему о том, что такое ответственность вообще. Вот у меня была аспирантка с такой темой, и я тогда тоже задумался, что такое ответственность. Что значит ответственность? Ответственность – это значит, я перед обществом отвечаю за свои действия. А что значит «я отвечаю»? Что я просто скажу, что я отвечаю? Или что общество среагирует на мои действия? Вот как я действую, а общество реагирует. Вот если оно реагирует, то есть ответственность. А если никак не реагирует, нет ответственности. В основном буржуазное общество не реагирует на нарушение законов капиталистами. Нет ответственности. Так кто должен реагировать? Ну, кого это затрагивает? Вас затрагивает, как работников. Ну, так вы и реагируете. Если вы не реагируете, ну, так и нет ответственности. Кто виноват, что нет ответственности? Вы и виноваты. Ну, вообще, народ, ну, как его, не надо ему комплименты давать. Народ должен действовать и бороться за свои интересы. Так, осуществление права профсоюзов на ведение коллективных трудовых споров и забастовок, включая забастовки солидарности, политические, общенациональные, экономические забастовки. Значит, вот первая часть, считайте, что выполнила буржуазия давно. Она, пожалуйста, осуществляйте, ведите права профсоюзов на ведение коллективных трудовых споров и забастовок. Спорите, бастуйте. Что вы тут пишете? Да, все реализовано. А вот включая забастовки солидарности. Вот забастовки солидарности можно добиваться. Кто это может добиться? Ну, это должны быть депутаты уже добиваться. Это же уровень какой? Если мы хотим в законе поменять, значит, надо найти депутата, договориться с ним, что он внесет такую поправку в закон, внесет в кодекс трудовой. Или отдельный закон о забастовках солидарности. И, ну, если нет таких депутатов, тогда надо понимать, что в Думе у нас не так обстоит дело, как иногда изображают, что у нас есть Единая Россия, она господствует, а все остальные молодцы радеют за интересы рабочих. Никто не радеет, значит, кроме... Никто не работает, не радеет за интересы рабочих. Нет ни одного депутата, который бы внес вот это вот сейчас. Почему бы не внести забастовку солидарности? А те, кто может продвинуть это дело, как РКРП, вместо того, чтобы этот пункт продвинуть, о забастовках солидарности, они продвигают пункт индексации. Делать ее обязательно. А и так обязательно. В чем проблема? О том, чтобы наша жизнь никогда не улучшалась. Чтобы у нас вечно она была, как в прошлом году. Так. Политические, общенациональные, экономические забастовки. Ну, это в законе должно быть. Нет этого в законе. Значит, это кто должен двигать? Депутаты. Скажите, пожалуйста, профсоюзников там много сидит? Тот же Исаев. Ну, так надо выгнать его из профсоюзов, требовать его, так сказать, его надо было судить тогда. Он же дебошир, он на самолете летел, там, напился, там, что-то кричал, громил. Вот этот самый хороший был способ его выставить отовсюду. Нет, все ему сошло с рук. Потому что такого предателя, дело трудящихся, трудно найти, поэтому хозяева его держат. А трудящиеся не требовали, они послушали и все. А чего они требовали от всех, от президента, от премьера, чтобы его выгнали отовсюду? Отовсюду, и от Шмакова почему не требовали? Ну, позорит же вообще всех, и Шмакова позорит, и Федерацию независимых профсоюзов России. Ну, где вы можете требовать? Вам ни писем не написано, ни на митинге никаких требований, не знаю, составлены петиции, куда-то отправлены. Ничего нету. Ну, так если ничего нету, так ничего и не добьешься. Ну, а как они могли организоваться, эти ФНПРовцы? У них депутатов полно, ФНПРовских. Полно депутатов. Исаев не один. Чего организовываться? Каждый депутат имеет право законодательной инициативы. Каждый. И сколько ФНПРовских депутатов? Идите к ним, обращайтесь, они заступники народные. Ну что, это не один народный. Вы к нему
принесли, вот они бы не сделали. Вы сказали, что мы пришли к депутату Иванову, и он не сделал. А вы не пришли и не попросили. Он ничего и не сделал. Кто виноват? Ну, он виноват, но вы-то тоже виноваты. То есть, если народ ничего не требует, так и депутаты его не будут ничего делать. Но депутатами надо же работать. Вот мы вносили Трудовой кодекс. Я вам перечисляю, сколько депутатов было задействовано на то, чтобы внести Трудовой кодекс России. Это Красаков, КПРФ, Григорьев, РКРП, Шандыбин и Ионов. Это тоже КПРФ. Потом Авлияни. Я даже не знаю, он от какой партии. Наверное, КПРФ. Авлияни. Потом Шейн. Независимый. Я думаю, Авлияни может быть тоже независимый. Вот уже сколько мы насчитали? 6 человек. Мы 6 нашли для того, чтобы были при Думе. А? Почему пенсионную реформу нашли? А никто не ходил. Нету никаких таких депутатов, к которым вообще можно обратиться. Вы знаете таких депутатов? Я не знаю ни одного такого депутата. Шейн, который там кричался. Шейну нечего обращаться, он защитник интересов буржуазии. Я его знаю, как защитник интересов буржуазии. Он же закрыл партию труда. Он хотел пойти в губернаторы Астрахани или в мэры Астрахани. А? Может, опомнился? Чего запомнил? Может, время идет, может, обратно все? Нет. Он же вот, он что, думаете, не знаете, что у нас требование 6-часовой рабочий день? Он его нигде не предлагает. Кто ему мешал это предложить? В связи с выдвижением пенсионной реформы предложил бы поправку, что вот 6-часовой рабочий день и вот такое то, что предлагает, и 6-часовой рабочий день. Предложил? Никто ничего там не предложил. Поэтому, думаете, это мальчики, они не додумываются? Или просто ленивые? Нет. Они на самом деле представители буржуазии. Ну, по-разному. Вот вы в красное оделись, а они в синенькое. Они могли тоже красное одеть и сказать, мы красные. А почему? Если мы красные, зачем еще выдвигать что-нибудь красное-то? И не обязательно. Ну, факт остается фактом, что ничего улучшающего положение работников серьезного не предложили в первом чтении. В первом, когда была альтернатива. А что, они не знали? Да все время, 2 года твердил Кудрин о том, что надо пенсионный возраст повысить. 2 года. За 2 года можно составить хоть какой-нибудь проект? По этому поводу. Никакого нет. Никакой альтернативы никто, никакая партия не предложила из тех, которые имеют думскую трибуну. Так. Принятие разработанного Фондом Рабочей Академии Трудового Кодекса, воплощающего передовые отечественные и зарубежные достижения в развитии трудовых прав граждан. Это требования. Это какие требования? Это значит, если не прошло через Думу, значит, это должно войти, вот все, что записано в Трудовом Кодексе, в проекте Фонда Рабочей Академии, можно это все реализовать в коллективных договорах. Представьте себе, что во всех коллективных договорах будут эти пункты. И тем самым станет вопрос только о том, чтобы оформить это законом, потому что все равно уже есть. То есть надо явочным порядком делать. А это не то, что это невозможно, а это вполне возможно. И вот, собственно говоря, вот сама эта программа, которую мы разбираем, она и есть такой способ. Люди сидят и мучаются, что им записать в коллективном договоре. Да вот тут вот целая инструкция для того, что записать в коллективном договоре. Сокращение имущественного разрыва между богатыми и бедными. Ну как его сократишь? Как? Очень просто. Прогрессивное налогообложение. Что позволяет сделать? Сразу позволяет уменьшить социальное неравенство. Сразу. Скажем, вот если брать шкалу прогрессивного налогообложения, то вообще такой страны, я другой такой страны не знаю, где постоянное. Уровень налогообложения, независимо от размера дохода. Нету других стран таких, нету. В Грузии то, в Грузии 20%, а у нас 13%. А в Грузии, вот, а в Германии сколько? 40%. И в Англии около 40%. А во Франции 50%. И в Австрии 50%. Это позорище. То есть это сделать можно сразу. И вот по данным академика Нигматуллина, который есть такая у него работа, 13 теорем, если набрать в интернете, вы получите эту книгу, очень интересную. Он рассматривает вопрос о неравенстве и говорит, что у нас 10% самых богатых
доход 10% самых богатых в 32 раза превышает доход 10% самых бедных. В 32 раза. А в Америке только в 9. И когда вы ругаете Америку, не надо перехлёстывать. В Америке более благоприятные соотношения между богатыми и бедными, чем в России. Хвалиться тут нам не приходится. Вы возьмите у этой плохой Америки это хорошее, а свое плохое отдайте Америке. А то у нас, значит, всякого рода по этому поводу речи ведутся. Ни ставки у нас нет такой, как в Америке, 2% ключевая ставка, а у нас 7,5% еще и повышают, которая не дает вообще денег для строительства предприятий и для того, чтобы были оборотные средства. У нас разрыв, кстати, мы к столетию революции как раз проводили исследования по разрыву доходов в России, в Российской империи, в Советском Союзе. У нас как раз таки мы приближаемся к уровню 1915 года. Видите, уже больше, чем 55-й год. Дело вперед. То есть мы видим, что мы отброшены в этом отношении назад. В Европе 5-7, вот этот децильный коэффициент доходы 10% самых богатых, отнесенные к 10% самых бедных. А в странах нашего севера-запада, это Норвегия, Дания, в скандинавских странах, Финляндия, в скандинавских странах 3-5. Там капитализм. От капитализма неравенство в 3-5 раз. Ну, в 3-5. И там бы таких вот замков и дворцов, как мы видим в пригороде Санкт-Петербурга, не увидите. Там скромные домики. Там, конечно, одни богаче, другие беднее. Но там уровень такого неравенства нету. Что нужно сделать? Нужно, чтобы, скажем, меньше, чем минимальная зарплата была где-нибудь 40% от среднего. Ну, они будут жить более, или жить менее богато, но они будут жить все-таки не так, как у нас нищенствуют те, кто имеет минимальную зарплату. Ну, что такое прожиточный минимум? Как на него проживешь? И кто это на него проживает? Почему у нас смертность превышает рождаемость? Разве это не показатель того, что это не прожиточный минимум? Реализация активных мероприятий по охране труда. Значит, может быть, эта формулировка не очень хорошая, потому что охрана труда – это как бы вы охраняете те условия, которые есть. А надо бы улучшать эти условия. А как их улучшать? Для этого надо технику менять. То есть надо, чтобы на уровне разработки, чтобы вообще трудящиеся контролировали через своих депутатов в том числе, и разработку техники. Может быть, новая машина, которая не улучшает условия труда, ухудшает. А надо... Это железо, вы его не поменяете уже. Но вы можете улучшить условия труда, всегда сократив рабочий день. Поэтому этот вот вопрос, если вам не получается никак улучшить условия труда, здесь должно быть сокращено время. Если надо, до часа. Если надо, до получаса. Но если вы не сокращаете, делайте, пожалуйста, сделайте нормально. Скажем, если у вас кабина не оборудована, оборудуйте так, чтобы там было тепло и светло, и не трясло. Потому что, скажем, те, кто работает на тракторах, у них отвисание внутренности и болезнь, как известно. А те, кто на вибромеханизмах работает, у них через там, 8-10 лет у них будет виброболезнь. Все время будут болеть. Фаланги пальцев. Это что, невозможно сделать? Возможно. Вот смотрите, вот эти сейчас вышли дворовые всякие механизмы. Они грохочут так, как будто это вообще огромный трактор. Можно сказать, шагающий экскаватор. А при этом проезжают машины тихо. Легковые. Так легковые более мощные. Ну, там стоит глушитель. А что, глушитель не должен стоять на технике, которая используется в дворовом хозяйстве? Поставьте. Так это дороже будет. Ну, так вы думаете о здоровье? Люди все время грохочут, с утра начинают. И очень громко, и очень шумно. И шум это постоянный. А это вот этот шум, это вредность. Так. Поэтому... Тут, конечно, значит, все должны быть программы по мероприятиям, повышению условий труда и охране труда. Это должно быть специальным разделом коллективного договора и, наверное, специальным
специальной договоренности для отраслевых профсоюзов и для федераций профсоюзов с соответствующими работодателями. И это государственная должна быть политика. И государственная программа. Есть такая государственная программа по улучшению условий труда? Нету. СОУТ – это государственная программа по ухудшению условий труда работников. Правильно я понимаю? Нет. Как нет? Она может в одну и в другую сторону. Не может она в другую сторону, потому что те, кто, значит, кого вызывают по заказу, это за деньги работодатель. Ну что вы, наивный такой человек? Если я вам плачу, то вы будете, если вы сделаете не то, что в моих интересах, я вам буду больше платить не буду. Вы умрете с голоду. Ну я вам плачу, СОУТ, я заказываю. Не государство заказывает, не государство контролирует. Это не государственная аттестация, это по заказу работодателя я приглашаю фирму аттестованную. А что значит аттестованную? Деньги она заплатила за то, чтобы получить аттестацию. Честные люди. А? Честные люди. Вот эти честные люди, значит, честно заплатили деньги и честно отрабатывают эти деньги. Да? Они честно отрабатывают. А вы не платили нисколько. Вы профсоюз, у вас ничего нету. Чего я буду вам улучшать? Что от вас? Какой толк? Никакого толка нет. Только одна проблема. Так, ну вот мы на этом пока, значит, делаем очередную остановку и будем дальше потом разбирать. Потому что на самом деле эта федерация – это необыкновенный документ по важности. Необыкновенный. Документ наступательного характера. Не защита работников от нападений, а наступательная программа, которую должны осуществлять профсоюзы. Если они будут только обороняться, вот и будет такая же ситуация. Я сейчас пойду на метро и пойду на этот эскалатор, который вниз идет, и буду бороться за то, чтобы добраться до верха. Не знаю, удастся мне или нет. Раньше я бы смог, вот сейчас уже боюсь, что я за спортивные какие-то достижения так и не смогу сделать, но попробовать я могу добраться до верху по эскалатору, который спускается вниз. Вот это защита. А надо не защита, а дайте эскалатор сделаем, который нас повышает наверх, который улучшает условия жизни. Вот что должно быть сделано. Какие-то программы, какие-то проекты, какие-то темные опять, через которые какие-то деньги выделяются, и все это как по-тихому, ничего не слышно, нет, ничего не опубликовано. Или где-то, если опубликовано, то неизвестно где. Вы не слышите какое-то шуршание, как мыши руководят страной. И главная мышь – председатель правительства. Это не оскорбление. Так, спасибо за внимание. Да. Кто-то спрашивает, человек, который не может, к сожалению, доходить на пару, обязательно делать анализ коллективного договора. Ну а кто ему мешает письменно сделать и передать вам, и вы. А вы берете на себя ответственность перенести? Могу. Я вас попрошу от него перенести, чтобы он не думал, что вы принесли, а я откажусь. Я не откажусь. Вы согласовали со мной, я готов принять от вас. Я акт составлю. Акт составлю, а он подпись поставит под своим проектом. Письменный анализ. Это же еще интересней. Правда, для записи он не хочет стать медийной фигурой, это беда. Ну, а сказать, по части, если он хочет оставить письменные свои какие-то материалы, они в истории войдут. Есть еще вопросы? Нету. Спасибо за внимание. До следующей встречи.